Географически из всех городов побратимов Трабзон находится ближе всего к Сочи. И расположен он также на берегу Черного моря. Морским путем можно добраться до него всего за несколько часов. В прошлом году сочинцев приглашали на первый международный фестиваль, на котором речь шла о влиянии турецкой культуры на другие страны мира. Участниками этого фестиваля стали сотрудники учреждения культуры города Сочи. В частности, с докладами выступали директор музея истории города курорта Сочи и директор литературно-мемориального музея имени Николая Островского. И вот всем участникам давали вот такое очень красивое приглашение вот на этот фестиваль. Такой рамочки, вот здесь характерные элементы, которые вот связаны с турецкой культурой. Делегации из Турции, посещая с ответным визитом Сочи, дарят сувениры, которые хранятся в историческом музее города. Чаще всего это подарочные тарелки из серебра, фарфора и металла. Городами-побратимами Сочи и Трабзон стали 24 года назад. Каждый год приезжают делегации. Это из города Трабзон. Город-курорт Сочи и курорт Трабзон стали побратимами в 1991 году. Сам по себе Трабзон – это такой историко-культурный центр страны, который расположен также на Черном море, как и город Сочи. И поэтому эти связи носит очень такой стабильный, очень такой динамичный характер. А значительно раньше, в 1959 году, наш город вошел во Всемирную организацию породненных городов. И первым городом-побратимом стал Челтенхэм, Великобритания. В 1966 году французский Минтон, в 1977 итальянский Римини, в 1989 ИСПО Финляндия, в 1990 году американский Лонг-Бич. В 1996 году Сочи стал дружить с китайским городом Вэйхай, а два года назад с немецким Баден-Баденом. Оттуда на побережье было доставлено стеклянное панно с названием города, а итальянцы привезли нам в подарок редкие авторские медали работы знаменитого скульптора Эмилио Грека. В честь 150-летия Сочи делегация Римини подарила набор плакеток – это основные символы итальянского города. Такое движение городов возникло еще в годы Второй мировой войны. Необходимо было установить дружеские отношения независимо от политических систем. Сейчас в мире 3500 городов-побратимов, которые схожи по климатическим условиям и численности населения. Елена Овсецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.